Под Мариуполем опять неспокойно. После двухнедельного, пусть и относительного затишья, боевики возобновили атаку. В понедельник террористы обстреляли скорую помощь, убито трое. Во вторник под обстрел попала похоронная процессия, погибло 5 мирных жителей. Ну а вчера ввечері бойовики атакували колону українських військових. Один із снарядів влучив в автомобіль, авто згоріло вщент. А сьогодні керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук повідомив, що терористи стягують до міста російську військову техніку. Як мешканці готуються до обстрілів і чому в бомбосховищах можна задихнутися, знає наша небайдужа Наталя Трофимова. Абзац у Маріуполі. Не под звонок будильника, а под грохот канонады снова просыпаются мариупольцы. Это град или артиллерия. И то, и другое при желании может достать и до этих окон. Ближайший от них ДНРовский блокпост, километрах в 20. Всю колонну разбили. Сейчас уже мы тоже выйдем. Ну смотри, все люди. Переболев весной ДНРовской заразой и выплюнув ее с кровью... Город все свои силы бросил на то, чтобы не впустить ее в себя снова. А она не отступает. Зажала Мариуполь в блокадном полукольце. Те, кто в нем оказался, понимают опасность. Врагу очень нужен сухопутный коридор в Крым, а значит и Мариуполь. С этим пониманием в постоянном напряжении люди живут уже почти 2 месяца. Как только город содрогнулся от звуков первой канонады, Александр кинулся искать, куда можно спрятать семью. Дом обозначено здесь только бомбоубежище. Только здесь. Во-первых, кодовый замок и дверь заперта на замок. Если что, у кого спрашивать? А если что, у кого спрашивать, спрашиваешь, никто ничего не дает. Но Александр человек настойчивый. Вход в бомбоубежище, хоть и не сразу. В нашем бомбоубежище дверь тоже не работает. Хотя в бомбоубежище должно быть 3 двери. А через лабиринты подвала своего подъезда все-таки нашел. А потом сделал так, чтобы его нашли и жековцы, и соседи. Такой банальный вопрос. Вам больше всех надо? Надо, не надо, а когда началось уже бабах, бабах, уже все, ай, куда бежать, Саша, куда бежать? А я до этого еще порядок навел здесь. Александр мне показывает, что получилось после совместных усилий. Итак, по плану, в этом помещении должно поместиться 3 дома. Это человек 200. Если все успеют найти вход, то пережидать бомбежку им будет, мягко говоря, не очень комфортно. Унитаз, да, он отломался, он был в соседней комнате. Дышать тяжеловато. Вот это обрезана труба, по которой должен выйти воздух. Вот она шла вот отсюда. Сидеть в темноте страшновато. Света не будет, так что он тут сильно многое не нужен. Ну, креативней. А если, не дай бог, в дом попадет снаряд и привалит единственный вход, люди окажутся в западне. Эвакуационный выход во двор под надежным замком. Все закрыто, выйти невозможно. Уйти на сколько? В старом районе Мариуполя, в домах которого вместо подвалов бомбоубежища, взрывы слышны, но не видны. Я вас приглашаю проехать со мной немного восточнее. Еще совсем недавно многие мариупольцы мечтали о квартире в этом районе. Воздух-то какой свежий. Для промышленного города это аргумент. Здесь всегда ветер с востока, и дым с заводов не долетает. Зато теперь может долететь град. Обстреливает вон град. Где-то там, где черный дым, позиции украинских военных. Стреляют по ним. Но вы видите это расстояние. От крайнего дома микрорайона Восточный до границы с Россией. Километров 50. Боевики под флагом республики из 3 букв стоят в 2 раза ближе. Окна заклеили. Ну, я думаю, что не поможет нам. Скотчем заклеили. Ну, крест на крест еще вот так вот поперек. Еще полосочку. Все, кому было куда, из этого района уже давно выехали. Кате вот, например, некуда. Живете, не боитесь, никуда не уезжаете. Ну, уезжали, вернулись. Что же делать? Тут квартира осталась. Думаете о том, чтобы ее продать? Нет, она в кредите. Поэтому, как только начинают дрожать стекла, люди или уезжают в центр. Всех сразу в маршрутку и куда-нибудь. Или прячутся в теплотрассы. Я решила примерить на себя, каково оно, просидеть там несколько часов. Моим проводником будет уже знакомый вам Александр. Вот это единственная защита. Я в какую-то дрянь влезла. Да, то ничего страшного. Единственная защита на этом районе. Сюда еще не долетали снаряды, но местами уже страшно. Провал какой-то. А без фонарика лучше вообще не соваться. Хотя видно, желания провести свет были. Но... всплыли. Тут влажно, тут потому что, наверное,
этот, опрессовывали, пролезешь, опрессовывали систему отопления, и, наверное, потекло. Но тут было нормально. Ой, ты как пролез-то? Это что, вот люди здесь мы должны полазить? Да. Такое. Дальше, ну здесь вот выходы есть в люки. Дальше туннель затоплен. Метод тыка, проб и ошибок, когда настрой срабатывает. А теперь представьте, хотя бы человек 50 гуськом разворачиваются и лезут в обратную сторону. Тут уже сухо и относительно комфортно. Видно, что совсем недавно были люди. А, консервы новые, сок новый. Кильки, хлеб, яблоки, свечки. Видите? Бутылки из-под пива. Ну, это не без этого. Ну, детские одеяла на самом деле, то есть тут с детками прятались. Тетрадка по истории ученицы 8 Г класса. То есть детки здесь еще уроки делали. Да, так грустно все. На трубах матрасы и спинки от детских кроватей. Сидеть нормально, удобненько, конечно, но мрачно, жуть. Мы пробыли тут минут 40, а по ощущениям вечность. Боже, солнце! Какое счастье все-таки увидеть солнце и синее небо. Из обязательных домашних атрибутов безопасности у каждого мариупольца собранный самым необходимым чемоданчик. Чемодан здесь просто я сложил документы все сразу, чтобы всю телефонную книгу переписал на, так сказать, в аналоговом виде держу. Александр со мной делится опытом. Не хотелось бы, чтобы пригодился. В рюкзаке у меня фонарик, водка. Туалетная бумага, водка, мыло, да. Ну, раны обрабатывать. Обрабатывать раны, да. Или, допустим, кому-то станет грустно, я не знаю. Такую штуку, да, взял, если разжечь костер, или, допустим, закипятить в чашечке водичку можно. Да, баллона хватает, ну, на часа на три работы. Сейчас у Александра из семьи в наличии только кошка. Жену и ребенка все-таки вывез из города к родственникам. Как и большинство мужчин на заводе, где он работает, сам не уехал. Семье на ее безопасность нужны деньги. На его предприятии их пока платят. На соседнем уже нет. А это 10 тысяч человек без зарплаты. Они были ориентированы на Россию и отказались покупать. И все. И сейчас завод почти полностью закрыт, всех рассчитывают. Сам город, несмотря на обилие яркой желто-синей атрибутики, мне показался поникшим и сильно постаревшим. Людно только в центре, но с наступлением вечера и тут улицы быстро пустеют. Сейчас 8 часов вечера, мы находимся в самом центре Мариуполя. Это драматический театр, и это одна из самых главных улиц Мариуполя, улица Ленина, естественно. И вы можете видеть, что, ну, людей, несмотря на то, что официально в городе нет комендантского часа, людей раз-два и обчелся, машин ровно столько же. Я не увидела закрытых наливаек. Мне сказали, люди стали больше пить от страха. Снимайте, снимайте. Но закрытых магазинов очень много. В крупном торговом центре вообще через один. На продуктовых прилавках проплешины. Поставщики боятся вести товар, особенно дорогой, в город с неуверенным будущим. Стекла вставили, стены и потолки от сажи очистили. Волонтеры Мариуполя восстановили помещение, где собирают помощь для армии. Несколько дней назад его подожгли неизвестные. Вещи для военных не пострадали. Да и эффект вместо устрашения вышел прямо противоположным. Было очень много звонков и очень много людей кинулись помогать. Приносили мы теплые одеяла, значит, теперь будем приносить в 3 раза больше. Там помогали как-то финансами, теперь будем в 3 раза больше помогать. Но есть и другие, затаившиеся и не очень. Вот как эта группка старичков и старушек. Они каждый день собираются возле сожженного горсовета, памятнику краткосрочной ДНРовской власти. Ненавидят все украинское и ждут реванша сепаратистов. Нахер она нужна, такая Украина? Фашисты, фашисты. Да вы знаете, что такое дефолт Украины? 280 миллиардов долгу. Вы рабами будете, а вы будете командовать. Фашисты! Фашисты! Идите, фашистская власть! Да, вы фашисты! Откуда? Откуда вы? А фашистская сама готова? Не надо, идите.
Время от времени в городе ловят диверсантов. Подвали оружие, подвали автомат. Подвали автомат. Кто еще не автомат? Но, как мне рассказал сотрудник спецслужб, их в Мариуполе еще хватает. Они есть в городе, это ни для кого не секрет. Ихняя численность около 200, возможно, 300 активных лиц, которые на данное время имеют вооружение. В основном это местные, завербованные раньше и те, кто просто по убеждениям. Они хорошо знают город и сливают врагу информацию о расположении наших военных. А еще раскачивают ситуацию изнутри, поджогами, слухами. Людей забирают с автобусов проходных, заводских. Просто увозят сразу в армию. Все, все служить в армию идут. А это правда слух или на самом деле было? Единственный случай был, когда на конечной остановке был остановлен автобус. Просто проверяли некоторых личностей. Вот такой он сейчас, прифронтовой Мариуполь. Город, съежившийся в напряженном ожидании неизвестности. В Ленінському, Ворошиловському та Київському районі Донецька всю ніч не вщухали постріли. Щойно з палаючого міста повернувся наш Олексій Іщенко. Не пропустіть. У вівторок спецвипуск абзацу розкажемо про те, хто вони – кіборги, що захищає Донецький аеропорт. Ви можете зустріти одного з них на вулиці і не здогадаєтесь, що перед вами кіборг. Шалена суміш ірландського вільнолюбства та української відчайдушності. 5 днів з незламними бійцями в Донецькому аеропорті. Не пропустіть спецвипуск абзацу у вівторок о 18:15. Украинцы активно готовятся к зиме. В Киевэнерго решили, ну, раз бабье лето на дворе, это такой стиль, то отопительный сезон в стране можно и подвинуть. Обещают теплые батареи к ноябрю. Но вот проблемка-то в том, что уже с этих выходных, если верить прогнозу, погода испортится. Ожидается даже заморозки. Да, не проблема. Дріз українців, допоможи собі сам. Тому всі кинулися утеплювати домівки. От я, наприклад. Що? Я пінопласт придбав. Отлично. То есть и ты думаешь, что ты вот этим пенопластом согреешь квартиру? Тебе к земле готовиться надо. Зиме. Да. Рейтинг ошибок по утеплению подготовила наша мерзлячка Аня Селезнева. Давайте жить тепло, друзья. Слухай, він такий теплый. Угу. Утепление квартир – настоящий мейнстрим. Вот только делать это нужно грамотно, чтобы потом локти не кусать. Я составила рейтинг самых главных ошибок, которые допускают те, кто утепляется. 5-е место рейтинга – ошибка под названием «Утепляю только себя». С соседями не сложилось, советую с ними подружиться. Ведь если утеплять квартиру локально, то эффект будет, как с козла молока. Утеплять нужно весь внешний фасад дома. А если ты делаешь только свой этаж и утеплил, то пользы будет всего лишь 60%, потому что 1,5 метра сверху и 1,5 метра снизу промерзают, и они передают на вот этих стыках. Юра живет в панельной многоэтажке. Чтобы не зябнуть, прошлой зимой утеплился по полной. Мы как-то синхронно с соседями в прошлом году решили сделать утепление. И сверху соседи, и снизу тоже сделали утепление. И нам не пришлось утеплять соседей на 1,5 метра для пользы. На первый взгляд все прилично, но внимание, вот они грабли, на которые наступают все. Мы наняли компанию, они прислали альпинистов, и они утепляли нам квартиру на протяжении, по-моему, 5 дней. Оказывается, от утепления альпинистами тепла не предвидится. Александр Поливко собаку на квартирном утеплении съел. Убежден, альпинисты технологию нарушают. Они профессионально, замечательно могут помыть фасад, помыть окна, могут сделать легкий ремонт, покрасить. Они не могут физически произвести грамотную теплоизоляцию здания. Не могут физически, они вися на этих стропах, прижать этот пенопласт. Не могут его заштукатурить. Альпиниста в роли Чип и Дейла на утепление квартиры брать скоро перестанут. Ну вот, она, их работа в картинках. Трещины, куски пенопласта слоятся и отпадают. Отправляются альпинисты на 4-ю строчку моего хит-парада. Бронзу берет неправильный пенопласт.
очень популярный утеплитель, называется экструдированный пенопласт. Ни в коем случае нельзя утеплять им фасады. Он паронепроницаемый. Здание не будет дышать, будет создаваться конденсат. Конденсат приводит к плачевным последствиям. Пенопласт отличный, но для других целей. Иногда даже сами прорабы не в курсе. На фасад такой не катит. Берите обычный, не промахнетесь. Серебро моего рейтинга за тонким утеплителем. Вот кадры, можно без комментариев. Утеплительная композиция пала, как берлинская стена. Мы использовали классическую пятерку. Нам сказали 5 сантиметров. Это оптимальный вариант. Цена, качество. И? Очень распространенная ошибка. Разрушается сама клевая основа. Угу. Когда клевая основа разрушается, валится фасад. Этот пенопласт сколько сантиметров? 10 сантиметров. 10 сантиметров. Это правильно. Это катастрофически, крайне минимальная толщина, которую можно разрешить для утепления фасада. На первом месте рейтинга внутреннее утепление. Его делать категорически запрещено. Я смотрю, у вас есть грибок. Как все хотели сэкономить. И балкон — это была первая такая часть. Мы сделали сначала внутреннее утепление, которое не помогло избавиться от сырости. Грибок буквально там в течение месяца проявляется, и потом бороться очень сложно. Самое страшное, самое грубое и самое печальное в своих результатах — это ошибка, когда люди утепляют помещение изнутри. Холод через стену очень легко проходит, он упирается в барьер утеплителя, и там очень хорошо скатывается вся вода, которая там создается. Образуется конденсат, и возникает грибок. Утепляете квартиру внутри, своими руками загоняете себя в душегубку. Парниковый эффект – оазис для грибка, а грибок – букет болячек для тех, кто захотел утеплиться. Андрею, ты стежишь за моду? Я вспомнил, кого ты мне напоминаешь в этом твоем платье. Сергея Пастуха. Да? Да, ты только так вот в мужской туалет не заходи, а то, знаешь, человека, друзья. Я, конечно, слежу за модой. Ведь вы знаете, что человека встречают по одежке. Ну, вот лично мне главное, чтобы костюмчик сидел. Да, и он с тобой гарний. Да? Цього тижня у Києві розпочався 35-й Ukrainian Fashion Week. На показі нові імена в неділю в рамках проєкту Липтон Сіті «Дивовижне місто» шукатимуть дизайнера дивовижного міста. Хто самий стильний в Україні і що модно носити в новому сезоні, не пропустіть уже на следующій неділі в абзаці. Днями абзац протестував єдину в столиці маршрутку для неповносправних людей, а в Україні це кожен 17-й. Так от, вердикт невтішний. Підіймальник у маршрутному таксі не працює. Тут навіть здорова людина може постраждати. Нашому дотошному американцю Рікі, чиновник, який відповідає за столичний транспорт, кое-что пообіцяв. Давайте посмотрим, що вийшло. Ви вірите, що Ukraine чиновник може пересісти свій люкс-автомобіль в общественний транспорт? Ні? А я да. На днях я рассказывать вам о проблем парень Ваня Замига. Мы вместе тестировать столичный маршрутка для инвалид, где ничего не работает. И о щит, мы чуть не убиться. Мы рассказать об этом трагизм столичный чиновник по транспорт и сделать ему супер предложение. Если мы с вами возьмем каждый по коляскам и проедем на нашу работу, вот прям на вашу работу, сядем на коляску и попробовать. И мне кажется, что после этого у нас очень сильно изменится система. Как вы смотрите на такую идею? Положительно. Положительно. Сегодня я связаться с Александром Кава. Мы очень ждем продолжения этой истории. Вы торжественно обещали нам, что мы сможем вместе прокатиться в городском транспорте на коляске. Скажите, когда мы можем получить это удовольствие вместе с вами? Я думаю, где-то через несколько недель. Сейчас очень плотный график. Недель? До выборов точно вы не получите такого информповода. Очень прошу, dear Александр Кава, я вам верю, не разочаровать меня. После выборов в парламент мы вас обязательно побеспокоим. Обещания надо выполнять. Пане Олександре, ви ж зрозуміли, ми від вас не відчепимось і дуже кортить нам побачити вашу і нашу інспекцію. Зробимо це разом. Программа «Аферисты» возвращается, друзья, уже с понедельника в абзаце. Елена Кристина Лебедь начнет серию опасных свиданий. Дівчина після віртуальних знайомств ходить на реальні побачення. Побачення з сюрпризом. Какого сюрприза? Как разводят девушек на сайтах знакомств? Убери лук, я сказала, что вообще больной! И чему зустричи может закінчитися слезами та истерикою?
сам жду не дождусь. Не пропустите, уже в понедельник, только в абзаце, премьеру расследований «Аферисты в сетях». Абзац попереджає дітям та людям зі слабкою психікою, перегляд рубрики заборонений. А так всі сім'ї смотрели, понимаете? Його називають ласковим убийцей, потому что убивает он медленно, но уверенно. Речь о гепатите С. Он не лечится, если вы не в курсе вдруг. А вот и страшная статистика. Гепатитом С болеет каждый 20-й украинец. Передается он в первую очередь иглоукалыванием. Вот почему так опасны популярные нынче татуировки. Ну, але якщо ви все ж таки спитаєте і бачите в себе на спині метелика чи китайського дракончика на шиї, наша смілива Катя Сенченко підкаже, як зробити татуювання, щоб це вам не коштувало життя. Абзац у тату-салонах. Я не ожидала, що ця затея закінчиться так. Опять игла і на этот раз в вені. Начну с сокровенно личного. Мне 23, и мечта сделать тату живет во мне уже 5 лет. Точно знаю, какое я хочу и где. У меня латышские корни. Предки носили звучную фамилию Эглескалн, что переводится как «ель на скале». Прозвали так основателя рода за силу характера и невероятную волю к жизни. Я очень хочу сделать тату, но вы даже не представляете, насколько это опасно. Некачественные токсичные краски. То можно их проверить, китайская, а не китайская? Нет, это только я знаю. Непроверенные инструменты. Клиент должен это видеть для безопасности. Реальная опасность для жизни. То, что мне доктор сказал, это как, ну, приговор. Это риски инфицирования гепатитами в первую очередь. Возможность испортить свое тело навсегда. Но все это не заставит меня отказаться от мечты. Я разведаю, как правильно выбрать тату-мастера, проведу эксперимент, узнаю о поломанных судьбах. В моей журналистской практике такое впервые. И сама решусь. Я не сдамся без бою. Становись ровно. Наверное. Мне кажется, уже готова сдаться. Очень больно. Как же, сделав тату, не совершить фатальную ошибку? Об этом мне поведал опытный Андрей. Этот художник с 7-летним стажем научил меня всему, а пару раз серьезно удивил. Ой, да, это очень-очень не очень. Статистика шепчет, татуированные люди на 30% чаще заражаются ласковым убийцей, смертельным гепатитом С. Так что мечтающий о тату должен... Посмотреть, открывает ли мастер оборудование при нем. То есть это иголки, наконечники и держатели. Очень важно, чтобы все, абсолютно все рабочие элементы были изолированы. Казалось бы, мелочь, но незащищенный провод от тату-машинки может навсегда сломать вашу жизнь. Когда, допустим, вы делаете татуировку, мастер делает, да, он проводом трется все равно вот кое-где какие-то кровавые вещи. Правильно? Это все кровь. Ваш мастер должен защищать пленкой и саму машинку. Она тоже может запросто касаться окровавленной кожи. Вуаля. Раз. Рабочие многоразовые элементы, вот эти штуки, должны проходить специальную обработку в медицинском автоклаве. Проходили ли инструменты обработку, проверить просто. Посмотрите на упаковку. Если есть вот такие следы от пара, значит, эта штука уже стерильна. О краске нужно знать главное. У нас и у азиатов, если и производят, то непроверенные и часто токсичные смеси. От таких можно подхватить серьезное раздражение кожи, а рисунок расплывется уже через месяц. Ваша краска должна быть американской. Есть крупнодисперсная, есть мелкодисперсная, есть среднедисперсная краска. Еще есть китайцы. Еще есть китайцы. Они подделывают? Подделывают краску. Вот. Мастера, у которых нет денег, которые там тренируются, начинающие мастера, то есть, которые предлагают вам цену в 3 копейки за татуировку. Очень могут легко вам сделать татуировку китайской краской. Вот это уже страшно. Такая краска не то что проверки не проходила, она может быть даже ядовита. Так что послушайте сейчас внимательно мудрого Андрея. Вы просто можете у мастера спросить, какой краской он пользуется, да, придя на консультацию. Там, какой краской, каким брендом вы пользуетесь. Записали себе потихонечку, чтобы мастер не видел. Пришли домой, открыли интернет и посмотрели, что это за краска. На многих красках пишут какие-то отличительные там черты, вот характерные только для их бренда. То есть что отличить, что это не подделка. Допустим, на этой краске у них есть, вот крупно покажите, да, отличительная черта, это вот корона. Старайтесь вообще отказаться от анестезии. Во-первых, если мазать обезболивающим во время сеанса, то наполовину увеличивается вероятность, что ваша краска осыплется. Во-вторых, если не проверив аллергическую реакцию, вам каким-либо образом нанесут лидокаин... Человеку просто становится плохо. Анафилактический шок. Шок? Что это? Криминальное чтиво. Смотрели? Раз. Two. Два. Три! Три!
соблюдение всех правил и норм влетит в копеечку. Такая тату будет стоить $50 за час работы мастера. То есть мое дерево обойдется у Андрея больше, чем в 100 баксов. Профессионализм и стерильность — это, конечно, прекрасно, но, как по мне, 1600 – это дорого. Я смогу найти дешевле. Дальше мне предстоит провести эксперимент. У нас вместо пакетлова микроволновая печь. Попытаться преодолеть боль и страх. Мама! Узнать, почему у Веры не сбудутся мечты из-за котенка. Еще год назад я родила ребенка. Понять, разрушена ли моя судьба. Сенченко. Да. И на чьей стороне закон. Шансы у вас есть, скажем так. Салон красоты, татуировка на дому или тату-мастерская. Я иду в рейд по местам, где предлагают свои услуги художники по телу. Начну с вот этого подвала. О, грюминка. Здравствуйте. Первым делом решаю проверить, как же здесь стерилизуются инструменты. Автоклав у вас есть? У нас вместо автоклава вот. Микроволновая печь. Аптечка у вас есть? Что? Аптечка. Аптечка, да. Она обычно там лежит, но я ее не забрал сегодня. Осмотревшись вокруг и заметив пару изысканных деталей, я пообещала подумать и дала деру. Точно? Нет. Мастера курят прямо в помещении, вокруг грязно, на кушетке простынь от прошлого посетителя. И с аптечкой какая-то мутная ситуевина. Я не занимаюсь антирекламой, но в таком месте я бы не стала бить себе тату. Двигаю дальше. Салон красоты. Вот тут все внушает надежду. Диванчики, чистота. Но первое, что замечаю уже наметанным глазом, мастер бьет своего посетителя, не защитив машинку пленкой. А что со стерилизацией? Стерилизация, жидкость, обрабатываются держатели, а эти кварцем обрабатываются. Ну. В общем, об автоклаве речи не идет. Может, раз так, мой мастер хоть курсы медицинские прошел? А зачем? Медика это не надо, да? Учат на художника. Проверить краску у меня не получается, мастер не дает. Нет, это только я знаю. За работу тут хотят полторушку. Плохо. Правда, машинку в этом салоне не защищают пленкой. Инструменты стерилизуют, но они не проходят термообработку. Аптечка вроде есть, но мне ее не показали. Дальше вообще шик и шарман. На дому мне вот этот парень пообещал набить тату за 400 гривен. У вас, если набивать, то где-то тут, правильно? Ну, да, где-то да. Ё-моё! Может, хоть со стерильностью все окей, если обстановка подкачала? Это, короче, херня. Мою с мылами и потом тоже это... Что-что херня? А, херня, я поняла. Парень попытался мне рассказать еще что-то про краски, которые я не проверю, но я уже не слушала. Это жесть. Жизнь дороже. Андрей, я сдаюсь. Жизнь дороже. Ну? Набьешь меня? Конечно. Перед работой меня мастер предупредил. Удалить тату можно будет только лазером. Это раз в 5 дороже самой тату, так еще и больней. Но я не отступлюсь. Начинаем подготовку. И вот я раздеваюсь, наступает самый волнительный момент. Страшно боюсь боли. Готово? Давай. А чего, говорю, все это будет больно? Впечатление, что мне одновременно 5 комаров кусают в одну точку. Наивная Катя. Это только первый укол и так. А потом начинается. Половина работы уже сделана. Не могу сказать, что у меня самое прекрасное самочувствие, но у меня впечатление иногда, что все плывет. Но я помню, что обезболивающим пользоваться нельзя, поэтому приходится терпеть. Ничего. Вы сильные. Андрей, мы сильные? Конечно. Работали с частыми перерывами. Мне трудно терпеть такую боль. Голова кружится. То бросает в жар, то... Очень больно. Меня морозит. Хочется накинуть что-то на себя. Мне даже вон залепили пленкой. Дали 10 минут отдохнуть. Морозит. Руки холодные. Надо терпеть. Мастер работает уже 3 часа. На последних минутах мне хотелось просто отключиться. Я даже не стонала. Не было сил. Ну что, все? Готово? Не умирать. И несмотря на боль, кровь и воспаленную кожу, я очень довольна результатом. Гордо буду носить этот фамильный шедевр. Но на этом моя история не закончена. Пару дней назад с анонимной странички в социальной сети мне написала девушка, которая узнала, что я делаю материал о татуировках, и сказала, что ей что рассказать.
Как-то это странно, но я думаю, что нужно дать человеку шанс выговориться. Из-за этого котенка родственники Веры продали машину и все возможные ценные вещи. На эти деньги девушки лекарствами поддерживают жизнь. Татуировка стоила 200 гривен. Как ни удивительно, мне эта цена очень устраивала, потому что в салонах цены очень даже кусаются. То, что мне доктор сказал, это как, ну, как приговор. Гепатит С, он не лечим. Ну, то же самое, как СПИД, можно сказать. Набила котика Вера дома у незнакомого, но дешевого мастера. Сейчас от него и след простыл. Когда девушка написала ему о болезни, парень удалил страницу в соцсети и съехал со съемной квартиры. Напуганная историей анонимной Веры, я тоже решаю провериться. С комом в горле иду в городской центр профилактики СПИДа. Там мне объяснили, что заразиться ВИЧ через тату практически невозможно. А вот гепатитом куда проще, в том числе его самой тяжелой формой – С. Решаю на всякий случай провериться и на СПИД, и на ласкового убийцу. Спустя 2 дня пришла моя очередь забирать результаты анализов. В голове крутится история Веры. Страшно. Семченко. Да. Все хорошо. Антитела к ВИЧ не обнаружено. Справочку выписываем с результатом? Давайте. Но медсестра добавляет, обнаружить вирус можно только спустя 3 месяца. По поводу тату, через 3 месяца обязательно делаем контроль. Да, и на гепатиты Б и С. Обязательно. Но за себя я более чем спокойна, потому что мой мастер выполнял главные правила. Помните, следите за изоляцией всех инструментов тату-машинки. Мелкие детали должны быть одноразовыми. Съемные элементы должны пройти стерилизацию в автоклаве, а мастер работать только в перчатках. Если не верите в мастерство художника, оформляйте простой контракт и прикрепляйте к нему эскиз. И еще одно лично от меня. Если тебе 14 и ты хочешь бабочку на пояснице, подумай, пожалуйста, еще раз. Оно тебе надо? И еще раз подумай. И еще раз.